Агрессивнее впереди там чуть. И надежнее в защите. Да, да. И быстрее в полузащите. И точнее поворотом. Они, да, дома? Да, да. Блядь, коннект чувствуется, блядь, не айс. Все, ребят, давайте собрались. Хороший футбол надо показать. Ну и ко всеобщему облегчению команда вышла из зоны вылета. Если они, конечно, питают надежды на титул, то понадобится полная самоотдача и много-много фарта. Еще совсем чуть-чуть, и свистка арбитра погонит команды вперед. Или они будут осторожны, как ты думаешь? Давай не будем. Защитники. Все, принимаем. Давайте еще раз собрались на победку. Если они, конечно, питают надежды на титул, то понадобится полная самоотдача и много-много фарта. Хорошо, мяч перехватили в атаке. Шкртел. Хороший пас во фланг. Отличный отбор, но кому достанется мяч? А сейчас вперед. Хорош. Хорош. Есть. Так, не расслабляемся. Все. Хорошо. Расслабляемся. Играем дальше. На серьезных щах. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. 1-0. Сейчас будет веселее. Ибрагим выбит мяч из штрафной. Ройс. Ребят. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Так, давай вот эту хуйню разыграем. Встань, да, вот во фланг, Лёш, беги. Оп, а я пытаюсь на тебя. Давай.
Там плотно все. Пройдет все. Может быть. Все нормально, нормально играем. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Хотят они довести мяч. И пробил игрок. Хорош. Что творит? А, как? Надо сравнивать. Забивай. Блядь, я нам чуть не свалил. Мы с вами прекрасно. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Здесь. Ну, это зря. Ладно, это нормально. Эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Вовки желтые. Отлично. Еще одно надо. А теперь получите и распишитесь. Ну, кто-то назовет его злопамятным, ну, а кто-то, наоборот, справедливым. Джерард. Макс не заигрался. Мяч ушел в аут. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Блядь, успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться. До конца там. Ибрагимович. Грамотный пас, все по делу. Есть вариант для паса. Кагава. Бить можно и забивать. Ёпта, ну такая дыра, ты просто пиздец. Стоп, не надо смещаться во фланг. Резон, не играй во фланге. Тут там все, блядь, и ПЗ, и ПЦП, и ЦОБУН. Чё, я тут один закрою эту дырку, что ли? Сизенандо. Шкртел. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Дебюши. Джеров. Верхом. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Долговато. Уже закрывает. Хорошо. Шкартел. Опасно тут может получиться. Да. Кипер справляется с этим ударом. Да. На отлично. Кагал. Браво. Ибрагимович. Очень неточно. На меня можно там бот. Плотнее защита. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Серег, ну поинтереснее, сыграй на меня. Ребят, на вратаря атакуем, чё? Шкартел. Вот опять со мной вот играет сразу. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Нежно, блядь, полетел. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч, и все. Здесь. Ибрагимович. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Кагава. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Мяч ушел на угловой. Болельщики гостей пытаются свистом привлечь внимание судьи к затяжке времени со стороны хозяев. Если они и дальше будут так неохотно вводить мяч в игру, арбитр может выписать пару желтых карточек. И будет абсолютно прав. Мяч летит в центр. Кагава! Это мимо. Из ворот раньше времени уходим.
Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Оставляет мяч. Да. Блять, ну Серег, ну понадежнее сыграть, что ты ударил на силу. Повезло сопернику, конечно. Здорово он пробил, но попал в штангу. Кагава. Тут немного силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. Джеро. Такие передачи придают атакам остроты. Нет, не дошел этот пас до адреса. Ребятки, плотнее с направления, блядь. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Ебануться, блядь. А что, ты хотел до ворот дойти, слушай? И все, пас уже сжал, блядь, вовремя пас отобрал. Не бегайте туда вдвоем, не бегайте вдвоем. Сбегали уже один раз, блядь. Две минуты добавляется. Кагава. Теперь в атаке уже соперник будет. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. 45. Вперед. И после первого тайма ничья. 1-1. Один. Через фланг нормально то получается выходить дальше. Ну, надо не додавливать. Блять, соберитесь на фортайм. Сейчас сыграем по максимуму. Продолжается наш матч, второй тайм. Ты еб твою мать. Мяч перехвачен, плохо сыграл. Пошел, 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 пошел по флангу. Блядь, ну там такая дырка была, ну что ж ты не видишь, ты, блин, Вов. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. И пробил. Простили соперника, а ведь лидерство было так близко. Назад, назад. Выходи. Шкртел. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Навес напрашивается. И подает в штрафную. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же. Фу, блядь. Хочешь навесить, отдай мне. И уйди, я навешу. Дебюши. Шкртел. Как же здорово он играет в пас. Сизенандо. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Давайте как-нибудь переведите. Выключим, блядь, вот из этой перепасовки. Давай еще разок перепасуемся. Блядь, ну хорошо, не так же, ну ёб твою мать, ну что делаете-то, блядь? Ну, блядь, вот пиздец просто, как обидно. Нахуй ты там полчаса мяч держишь, я не понимаю, играй на кого-нибудь уже. Который матч такой хуйню творишь? И это его второй гол, дубль он сегодня оформляет. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Кагава. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Да, доигрались там. Этот арбитр, видимо, достает карточку только в самых крайних случаях и посчитал, что в этом эпизоде достаточно провести воспитательную беседу. Знаешь, по-моему, у него все-таки была мысль достать карточку, даже рука потянулась к карману, но в итоге обошлось. В центр штрафной подан мяч с углового, выбит мяч из штрафной. Пас на ход, может быть интересно.
Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Терпеливо ждут они своего шанса. Шкртел. Дебюши. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Ройс. Удар по воротам. Потеря. Все, в оборону. Браво. Ройс. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Кагава. Браво. Увидел открывание впереди, делает передачу. Сыграл бесхитростно, но надежно. За боковую вынес. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Штанга спасает, но игра продолжается. Они сделали все для того, чтобы забить больше в этом матче. Но вот в этом моменте попали в штангу. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Штел. Сизенандо. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе! Как сейчас грамотно поступил арбитр. Отложенный штраф, все по делу, все четко. Да, другой бы уже на этом месте свистнул. А вот этот, например, дал доиграть эпизод. Вот что любопытно, вспомнил бы он нарушение, если бы эпизод закончился гол. А? Просят поторопиться игроков хозяев болельщики гостевой команды, свистит их сектор. Ничего удивительного. Гости проигрывают, а хозяева отказываются форсировать события. Что он сделал? Абсолютно ни к чему. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. На всю мощь выжил. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Это шанс. Забивай. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Мяч летит в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Ибрагимович. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. И можно бить. Ну что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Попробуй на меня это тебе бить. И есть игрок в штрафной площади. Хорош. Ой, красота. Давайте, 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 ребят, у нас еще нахуй есть время. Главное не пропустить еще. Хуя забить надо, давай. Поминать паса. Прикрывание. Куда? Я вперед был поставлен. Ройс. Ну, хороший штрафной. За такую группу можно желтую получить. Может, как-нибудь на калаша со списки или что-нибудь, как вы думаете, нет? Сейчас скажу, как. На полукруг защитник подойди. Да. Цоп, вернись вообще. Цоп, уйди. В таких нерасторопных действиях гостей болельщики хозяев видят злой умысел. Давай, мне ногу я навешу. Точно навесишь? Точно навешу, сейчас. Ничью судья вполне может усмотреть в этом задержку времени. Ладно, нормально, назад все. Забирает мяч. Все верно, края надо чаще задействовать. Браво. Отлично. Решил пробить. Заблокирован удар. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч вперед идет к чужим воротам. Скидка назад. Такая игра вратаря, и все еще равный счет. Да, гол на последних минутах мог бы все здорово изменить. Бежим, 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 бежим.
Хорошо, что еще? Судья решил добавить 3 минуты. Ой-ой-ой. Давай! Прерви, он этот пас, соперник вышел. Ёб твою мать. Игрок, нарушивший правила, имеет горчишник. Красно. Только нам от этого не легче. Ибрагимович. Перспективная атака, одна из последних в этом матче. Есть шанс вырвать... Что там это было-то, блядь? С двух сторон от стенки встаем сразу. Выйти вперед в концовке встречи. Максимально плотно, блядь. Справа вообще вдвоем встаем. Выбей, выбей мяч. И мяч выбит. Нормально, парни. Ну, уж лучше, чем поражение, на. Ну это да. У нас были моменты, что говорить. Могли еще забить. Да, чуть не повезло там с реализацией. Бля, это было плотно. Ну, блядь, даже вот хуй знает. Даже запиши статистику. И побыстрее, 10 секунд. Да ее. Успел? Да блин, я никак на эту не попаду. Ну ладно, я сейчас это там в паузе запишу остальное. Не выходи пока. Не выхожу. Команда уже в игре, и арбитр дает свисток к началу первого дополнительного тайма. Так, ну все. Все, записал? Да, наше все. Ну парни, там реально у нас косяк был, когда.